По данным следствия, 8 апреля 2021 года фигурант, действуя из корыстных побуждений, используя свои полномочия, попросил брата, неосведомленного о его преступных намерениях, помочь вынести из офиса товарно-материальные ценности, принадлежащие коллегии адвокатов. Выполнив просьбу, мужчина вынес имущество в занимаемый обвиняемый офис, где последний присвоил его себе и в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению. В результате преступных действий фигуранта коллегии адвокатов был причинен материальный ущерб в размере около 35 тысяч рублей. Кроме этого, 16 апреля фигурант, имея доступ к расчетному счету коллегии, не перечислил находящиеся на нем денежные средства адвокатам, которые они предназначались в качестве вознаграждения, а перевел с расчетного счета коллегии на свой личный счет денежные средства, которыми в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению. Тем самым коллегии был причинен материальный ущерб в сумме 450 тысяч рублей. Члены коллегии в течение длительного периода времени были лишены возможности распоряжаться собственными денежными средствами. В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступления он не признал. В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.